А теперь к новости из культурной сферы. Юные артисты выступили на сцене Тверского академического театра драмы. В Твери состоялся показ рождественского спектакля по мотивам сказки «Морозко» маленьких актеров театральной студии «Теремок» и епархиальной средней школы во имя святого Тихона Задонского. На премьере присутствовала наша съемочная группа. За кулисами юные актеры повторяют реплики и готовятся к выходу на сцену. Одна из главных ролей в спектакле «Морозко» досталась 11-летней Полине Червяковой. Девочка воплотила на сцене добрую, искреннюю, кроткую Настеньку. Роль «Морозко» исполнил Михаил Решетняк. В театре юноша играет уже 8 лет. Моя роль учит добру, справедливости, то, что за грехи все равно что-то будет. И лучше делать больше добра, чем зла. Роль Ивана воплотил на сцене Артем Кайданюк. Юноша учится в 6 классе епархиальной школы. Сначала был плохим, потом меня научили добру, и потом я сам исправился. Начал делать добро, делать от своей души добро. Автором сценария и режиссером-постановщиком спектакля стал руководитель театральной студии «Теремок» и педагог дополнительного образования епархиальной школы Елена Масленникова. Обычно, когда мы берем спектакль, мы его адаптируем именно к нашим детям, вносим традиционные православные ценности в этот спектакль. Пытаемся показать детям, что такое хорошо, что такое плохо, в простой, доступной игровой форме. Когда нам говорят, что мы будем выступать в театре, это буря эмоций, это огромное количество счастья. Дети прыгают, хлопают в ладоши, радуются. Причем это настолько большая искренняя радость. Сказка «Морозко» рассказывает о добре и зле, торжестве справедливости. Гостями представления стали губернатор Игорь Рудени, митрополит Тверской Кашинский Амвросий, семьи мобилизованных граждан. После просмотра спектакля глава региона поблагодарил всех, кто трудился над его созданием. В этих сказках очень простым образом доносятся самые глубокие смыслы. И сегодня, думаю, очень радостно, что отец Леонид с коллективом нам еще раз показал пример, еще раз напомнил о том, как надо жить, как надо работать, как надо относиться друг к другу. И я уверен, что в нашей области есть будущее, есть настоящее, потому что когда у нас есть такие дети, такие воспитатели, у нас все будет хорошо. Большое вам спасибо. В свою очередь, митрополит Тверской Кашинский Амвросий подчеркнул, что созидание, а именно им занимаются творческие натуры, помогает человеку преодолевать испытания и противостоять разрушительному. Замечательно, когда мы приходим не просто развлекаться, хотя, безусловно, чувствуем вдохновение и освобождение от повседневной суеты, каких-то посторонних мыслей, забот, которые очень часто делают, утяжеляют нашу жизнь. Замечательно, что такие вечера, такие праздники, они одновременно нашу жизнь обогащают. Спектакль демонстрируется в драмтеатре по инициативе главы региона. Такая традиция была заложена в прошлом году. Тогда впервые дети на большой сцене представили постановку «12 месяцев». Всего в спектакле участвовало 27 юных артистов. Это ученики с 1 по 9 класс епархиальной школы.